Мона Лиза, Джоконда, Леонардо да Винчи, 1503-1505 года. В записях великого Леонардо да Винчи, 1452-1519 года, гения Ренессанса, нет ни одного упоминания о работе над портретом. Существует много версий того, кто изображен на этом произведении. Среди прочих мнений высказывались и такие, что Мона Лиза и автопортрет самого Леонардо, и портрет его ученика, и портрет матери, или просто идеальный собирательный женский образ. Согласно официальному мнению, на картине изображена жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо, Лиза Герардини. На губах Моны Лизы застыла знаменитая едва уловимая улыбка, придающая ее лицу загадку и очарование. Не зритель смотрит на нее, а она сама наблюдает за ним глубоким, все понимающим взглядом. Картина выполнена почти прозрачными, необычайно тонкими слоями. Кажется, что Мона Лиза не написана красками, а совсем живая. Мазки настолько мелкие, что ни микроскоп, ни лучи рентгена не обнаруживают следов работы мастера и не определяют количество живописных слоев. Джоконда необычайно воздушна. Воздух получился настоящим, как и сама Джоконда, тоже настоящая. Пространство картины наполнено легкой дымкой, пропускающей рассеянный свет. Сфумата, по определению самого художника.